Всем привет! Надеюсь, вы меня можете отсюда слышать. Фух. Да, давайте я сейчас рукой помашу так. И вейва. Сегодня я хочу провести небольшой эксперимент. Я хочу заполнить полностью сервер своими подписчиками и посмотреть, что они смогут сделать за один час развития на этом острове. Я выдам билд. Что ж, давайте я сейчас скину ссылку в Discord. Кстати говоря, вы можете тоже попасть в видео, если вдруг вы хотите, просто зайдите в Discord по ссылке в описании. И да. Так, и вот мои подписчики зашли. Так, давайте я переключусь на свой альт-аккаунт, на котором мы сейчас правим. И давайте я сейчас выдам всем билд. И посмотрим, что они смогут сделать за один час. Давайте начнем. Так, и пока что давайте соберем пшеницу, чтобы у нас было все получше. Так, прошло 15 минут, и они пока что строят какой-то непонятный туннель. Какую-то стенку здесь они зачем-то застроили мотыгу, окей. Так, тут у нас два вамп-лука. Окей, ничего страшного. Тут песок, тут чей-то домик, давайте заглянем в дом. Это первый дом, который здесь есть. Так, тут верстак третьего, ой, тут верстак второго уровня и маленький холодильник, окей. Так, давайте посмотрим этот туннель. Тут почти ничего нету. Так, тут только сыроделы. У меня нет сыра. И тут строят гигантскую стену. Пока что они развились не особо. Я думал, то, что они хоть какие-то фермы поставят. Я тут пытаюсь вырастить пшеничку, заработать немного коинов. У меня сейчас 17 долларов. И да, давайте посмотрим, что произойдет еще через 15 минут. Итак, прошло еще 15 минут, и пока что у нас имеется такой прогресс. У меня немного подлагивает Roblox, давайте я снижу графику на минимум. А у нас вот такой вот прогресс, собственно говоря, вот такое вот поле из старфрутов. Кто посадил, тот молодец, тут 25 почти старфрутов. Дальше почти ничего не изменилось, тут, кстати говоря, кнопка лайка. Вы знаете, что делать, если вдруг имеется кнопка лайка. Подписаться на канал и поставить лайк, правильно. Так, здесь у нас железный голем, окей, так, ладно, он что-то пишет, давайте посмотрим, что он напишет. Туалетмен, окей, так, ладно, ой, боже мой, тут 4 тест-тотема, окей. Когда-то давно они были крутыми, так, тут у нас какая-то автоферма, точнее, ферма железа, так, donate me, please, это у нас 1 миллиард, вау. Кто-нибудь задонатил? Нет, никто не задонатил. У меня лагает Roblox, потому что прямо сейчас у меня играет два аккаунта. И поэтому такие жесткие лаги. А так, такая неплохая база. Пока что у нас еще осталось полчаса, поэтому давайте я сделаю маленький таймлапс на полчаса. И я сделаю свой конечный вердикт. То есть мы сделаем полный обзор базы без подписчиков. И посмотрим, что они сделали с островом Нубасика. Да, и много другое.
inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body. Так, вот мы на нашем с вами острове, и давайте посмотрим, что у нас само по себе изменилось. Давайте я графику сброшу, потому что у меня почему-то виснет. Так, тут надпись Creek Cube, тут небольшая ферма Старфрутов. Дальше у нас тут надпись Топ. Большое спасибо тому, кто написал. Так, тут небольшая какая-то постройка. У меня, кстати, тест тотем был откуда-то. Так. Тут туннель, окей, ничего страшного. Так, тут небольшая башенка. Это красиво, кстати говоря. Так, тут донат, окей. Так, тут пчелки. Тут несколько букв И. Окей. На самом деле это прикольно. Так, тут кнопка лайк, опять же. Так, тут проход. Так, тут небольшое освещение. Снежколепы, окей. Хибискусы. Да, по факту вот так вот мои подписчики смогли развиться за 1 час. Я, возможно, проведу такой эксперимент на 10 тысяч еще. Посмотрим, какой вы там построите остров. И да, с вами был я, Крикью. Большое всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если вам хочется, ставьте лайки. И всем пока.